сначала такой резвый, так что давно соскучились по тренировкам в отпуске. Отдохнули, сил набрались. Хочется реабилитироваться, желание запредельное. Так что все нравится. Ну, начали довольно-таки активно, втягиваемся, работаем на поле уже с мячами. Вчера, конечно, такая была работа более ознакомительная для тренерского штаба, посмотреть, как в каком функциональном состоянии вышли из отпуска. Не такая приятная для футболистов, но сейчас с мячами все активно, квадратики, упражнения футбольные, уже нагрузка полегче ложится, поэтому приятно работать. Вообще без осложнений, кого-то знал, с кем-то еще по детству был знаком. Но сейчас такая больше ностальгия, вернулся на родной стадион детский, где начинал. Какие ожидания? Все победы, хотим побеждать в каждом матче. Только такие ожидания, других нет. Ну, максимальные цели, то есть выполнить задачу, радовать болельщиков. Поэтому работать, работать, еще раз работать. Первое занятие с мячами, поэтому потихонечку ознакомливаемся. Тренер подходит в процессе работы, на какие-то детали указывает уже, чтобы обращали больше внимания. Поэтому в процессе, да, я думаю, дальше будет еще больше и больше понимать его требования.